Всем привет, с вами Яна, и мы на канале «Экономь с нами». Сегодня я предлагаю вам посетить магазин «Фикспрайс», который находится в северо-западном районе города Чебоксары по адресу Московский проспект 31В. Это здание торгового дома «Новинка», цокольный этаж, напротив завода «Эллара». Посмотрим, на какие новинки нам сегодня здесь предлагают. А для тех, кто недавно присоединился к нашим зрителям и подписчикам, я хочу рассказать, что на нашем канале ежедневно выходят обзоры товаров и цен из магазинов «Светофор», «Маяк», «Победа», «Фикспрайс», «Галамарт», «Посудоцентр», «Магнит Косметик», «Литуаль». И сейчас добавился магазин постоянных распродаж, поэтому с нами будет интересно. Приглашайте друзей и знакомых и сами подписывайтесь на наш канал. А сейчас будем знакомиться с новинками, устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Вот такие новые кружечки поступили в продажу. Объем 360 мл, изготовлены в Китае из фаянса. Внутри белая глянцевая поверхность, снаружи глянцевая цветная поверхность и нанесен рельеф. Я обнаружила три цвета: голубой, красный и зеленый. Цена 77 рублей. Еще одна кружечка, тоже изготовлена из фаянса, объем 400 мл. Внутри белый глянец, снаружи глянец, тоже рельефная поверхность. Есть два цвета: голубой и зеленый. Цена 77 рублей. И тоже за 77 рублей вот такие кружечки. Они изготовлены также из фаянса. Объем 330 мл. Внутри белый глянец, снаружи цветной глянец, тоже рельефная поверхность. Есть салатовый цвет, есть зеленый цвет и еще есть желтый цвет. 77 рублей. Тряпка для уборки, размер 30×40 см, в наборе две штучки. Состав полиамид и полиэстер. 55 рублей. Есть ярко-зеленый цвет, салатовый даже, и есть бордовый цвет. Новый моб для швабры появился, 77 рублей, 43×13 см, то есть это на стандартную швабру, на не широкую. Есть вот такая фактура, разные цвета. И есть еще вот такая фактура, тоже 77 рублей. Цвета тоже есть разные. Вот такая тряпка для уборки, 60×40 см, цена 77 рублей. Состав полиэстер, 100% полиэстер. Цвета тоже есть разные. Вот и в этом магазине появились вот эти товары из серии Уфт. Я их показывала вам в двух предыдущих выпусках. Это подставка для столовых приборов. Она изготовлена из углеродистой стали. 149 рублей. И вот такая подставка для столовых приборов. Тоже 149 рублей. И большая корзина. Вот такая. Она стоит 249 рублей. Также есть продажи. Вот эта полка навесная для шкафов. 199 рублей. Тоже из серии Лофт. Напомню, что есть в продаже утеплитель Теплолента. 10 метров за 27 рублей 50 копеек. За 249 рублей такие полотенца махровые. Они изготовлены в Московской области. Интересный состав. 70% хлопок и 30% бамбук. Размер полотенца 50×100 сантиметров. Представлено в таком коралловом цвете и сиреневый цвет. Цена 249 рублей. Есть вот такие махровые полотенца. Три цвета. Размер 47×90 сантиметров. У этих полотенец есть бордюр. 100% хлопок, производства Узбекистан, 299 рублей. Новые пледы появились в продаже. Вот такие яркие, красивые, состав 100% полиэстер, размер 100×150 сантиметров, 299 рублей. Есть разные цвета. Вот еще какая красота новая поступила. Это подсвечник. Он изготовлен из стекла, ручка стальная. Цветное стекло модное сейчас, 99 рублей. Я нашла три цвета: зеленый, сиреневый и синий. Вот такая красивейшая декоративная свеча в стакане. Стеклянный стаканчик, стальная ручка и вот такой декор. Бантик с ягодками, 199 рублей. Есть тоже разные цвета. Есть красный цвет, оранжевый, желтый цвет. Такие осенние актуальные цвета. Не буду нарушать идиллию. Здесь все так составлено, поэтому не хочу ничего тревожить. И цвета есть разные.
Светильник-ночник в розетку на 220 вольт, 77 рублей. 4 светодиода здесь, он стильный, компактный, включается только в темноте. Включение, выключение от цветового датчика. Есть два цвета, я нашла розовый и синий, это звездочки. А есть еще облачко. Есть еще форма месяца, полумесяца. За 299 рублей от китайского производителя Flarex кольцевая лампа со штативом. Вот такая лампа. С кабелем USB. Длина кабеля 190 сантиметров. Здесь 36 LED-светильников. Регулируемая высота минимальная 30 сантиметров, максимальная 40 сантиметров. Эта лампа отлично подходит для фото- и видеосъемки. За 77 рублей строительные карандаши. 12 штучек в наборе. За 149 рублей пассатижи. Есть разные цвета, длина 20 сантиметров, ручки прорезиненные. Вот такой кодовый замок небольшого размера, китайского производителя, 149 рублей. Цинковый сплав состав. Одноразовая механическая зажигалка с открывалкой XXL King Size, 55 рублей, вот эта открывашечка здесь. Есть кодовый замок с биркой для багажа за 77 рублей. Возможно, кому-то будет интересно вот такой замок для почтового ящика. Он небольшой, с тремя ключиками маленькими, 55 рублей. За 199 рублей вот такой автомобильный фонарь. Регулировка длины кабеля, изменение угла наклона здесь возможно. Есть магнит и 7 LED-светильников. За 77 рублей зарядное устройство, USB-устройство в салон автомобиля. Здесь два порта USB. 65 рублей цена по карте. За 199 рублей держатель для телефона и планшета на подголовник автомобильного сидения. Подходит для устройств шириной экрана до 19,5 сантиметров. Есть регулируемый угол наклона. Допустимая нагрузка до 500 грамм. Надежно фиксирует ваше устройство во время движения. Состав ABS пластик и этил винил ацетат. Универсальное полотенце для автомобиля из прочного нетканого материала. Очищают, полируют, впитывают влагу, не рвутся, не оставляют ворса. Применяется в сухом и влажном виде. 50 штук за 77 рублей. Преобразователь ржавчины. Останавливает процесс коррозии. Пассивирует поверхность металла. 200 мл во флакончике, 55 рублей. Есть от этого же производителя антидождь, тоже стоит 55 рублей. Он улучшает видимость во время дождя, уменьшает износ щеток стеклоочистителя. Силиконовая смазка «Автомастер». Смазывает механические соединения, устраняет сухое трение и скрипы, сохраняет эластичность резиновых уплотнителей, защищает от влаги и коррозии. За 100 мл 77 рублей. Есть другая силиконовая смазка, здесь 150 мл, но цену, к сожалению, я не нашла. Есть очиститель обивки ковров и велюра. Удаляет любые загрязнения салона с антибактериальным эффектом. 400 мл за 99 рублей. Еще один товар от этого же производителя. Это чернитель резины 210 мл за 99 рублей. Не требует растирания, придает шинам влажный блеск. Кстати, вся эта серия автокосметики называется L-Trans. Она производится в Московской области. Вот новиночка, опять казанские производители нас радуют. Из серии Sendu это сыворотка для лица 150 мл за 99 рублей. Это высококонцентрированная ампульная сыворотка для лица с витамином С. Тоник, эмульсия, сыворотка, дает питание и обновление. Поступило в продажу новое мыло Дуру 1+1 в составе увлажняющий крем и активированный уголь. Дает глубокое очищение. 4 брусочка по 90 грамм. Крем для рук Vitanica Herbal Care. Экстракт жасмина в составе, гидролизат шелка и депантенол. Этот крем универсальный, подходит для всей семьи. Гипоаллергенная формула, питает и устраняет сухость. 0 красителей, 0 силиконов. 150 мл, 55 рублей. Многофункциональный крем Гималая. Уход за кожей. В составе алоэ вера, марена сердцелистная, китайский прутняк. Это защитный успокаивающий крем для раздраженной и воспаленной кожи. 20 грамм за 27 рублей 50 копеек.
компании Sendo крем для лица, увлажняющий, в составе гиалуроновая кислота и пептиды. 50 мл, маленький тюбик, за 55 рублей. За 77 рублей вот такие вертикальные крючки на дверь. Изготовлены они из крашеного металла. Здесь 5 крючков. Есть белый цвет, коричневый и черный. А за 149 рублей есть вот такие крючки на дверь. Здесь 5 крючков, изготовлены из крашеного металла. За 149 рублей корзина для хранения от российского производителя. Она пластиковая. Объем 7,3 литра. 31 на 31 сантиметра. Высота 9 сантиметров. Состав, конечно же, полипропилен. А только в одном цвете, вот в таком, цвет слоновой кости представлена эта корзина. Игрушка кукла-принцесса. Волшебный шар, в который спрятана кукла, превращается в платье. И получается вот такая кукла. Схема сборки куклы есть. Есть разные цвета. Красный, оранжевый, есть синий цвет. Цена 149 рублей. Машина инерционная, спецтранспорт. 299 рублей. Мне кажется, я уже их показывала. Но вот есть разные варианты. Есть какой-то вот самосвал, который песок рассыпает, я так понимаю. Есть цементовоз. Есть кран, машина-кран. Металлический сервиз детской посуды для деток возрастом 3+. За 299 рублей появился еще вот в такой цветовой гамме. Мягкие игрушки «Животный мир». Цена 299 рублей. Есть абсолютно различные варианты. Нужно приходить и выбирать. Ёнок. Разные-разные игрушки. Есть зебра. За 149 рублей алмазная мозаика. Развивает интеллект. Тренирует мелкую моторику. Для деток возрастом 5+. Также для деток возрастом 5+. Раскраска по номерам в наборе. Основа с контуром, краски и кисть. Размер полотна 23 на 22 миллиметра. Цена по карте 127 рублей. Рисуночки, конечно же, есть абсолютно разные. Набор цветных мини-карандашей. Эти карандаши стираемые. 24 штучки в наборе. Они легко стираются и удобны для детских рук. Цена 77 рублей. Хочу показать вам немного книжечек. Цена 99 рублей. В прошлый раз их я не показывала, их не было. Если что-то заинтересовало, нажимайте на паузу, увеличивайте и рассматривайте поподробнее. Покажу несколько новиночек в продуктах. Вот появились новые конфетки Бора Бора с кокосом. 200 грамм за 55 рублей. Печенье шахматный с лодыч. 100 грамм за 13 рублей 70 копеек. Крекер с солью. Мини Криста Твиста. 500 грамм за 55 рублей. Пирожное бисквитное с кремом какао 7 Days. 5 штук по 30 грамм. Оно не глазированное. Общий вес 150 грамм. Цена 55 рублей. Торт пражский компании «Русская Нива». Бисквитный 300 грамм за 99 рублей. Друзья, я вам недавно, буквально на днях, показывала выпуск из магазина «Санар», в котором огромный выбор вот этих бальзамов от ООО «Башкирские травы». Там цена у них в районе 130 рублей. Ну, в среднем 135 рублей, да? Посмотрите, а здесь эти же сиропы продают за 77 рублей. Но здесь выбор, конечно, не такой большой. Но, кстати, сегодня выбор самый большой за почти год, что я снимаю вот эти выпуски, да. Давайте посмотрим. Есть сироп из плодов черники для хорошего зрения, бальзам сустав плюс на травах с медом.
сироп из плодов аронии. Получается только три вида все-таки. Не так уж много, просто много выставлено. Вот. А в итоге это всего лишь три варианта. На этом я заканчиваю выпуск, посвященный новинкам из магазина Fix Price. Если понравилось видео, ставим лайки, приглашаем друзей и знакомых и подписываемся на наш канал. Для того, чтобы подписаться на наш канал, нужно нажать на круглый логотип в правом нижнем углу. После этого выйдет красная кнопка «Подписаться», нажимаете на нее. И с этих пор вы всегда будете в курсе наших новостей. А я благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока.